Это видео об оставлятелях паспортов. Не оставлятелях, а, короче, заложники давали мне. Вот СССРовский остался один и украинский один. Чуваки ремонтировали у меня аппаратуру. И вот за этим паспортом, короче, чувак пришел через года два, наверное. Пришел забирать его. У меня там Sony была у него. От приставки Sony. Вот питание. И там 100 гривен было ремонт. Или там что-то, или 80, кажется. И вот он пришел и говорит, ну, в смысле, оставил мне. Говорит, давай мне паспорт. Типа, отдавай. Ну, ты же мне должен там 80 гривен. Нет, нифига, блин, паспорт не по закону не положено хранить. То есть он меня на букву закона попер. А у него тут бумажка была, я ее потерял где-то. Ментовская, короче, видно было. Он сдавал какие-то, короче, участковые или кто он там был. И я так подумал на следующий день, нафига мне что-то там морочиться по закону. Пришел, отморозился полностью. И я тоже отморозился. Говорю, какой паспорт? Ты мне ничего не давал. И так мы разошлись. Он ушел без паспорта, я остался без денег. Вот такие вот паспортные дела. Залоги. Это было в мастерской. Сейчас вот куча мусора осталась. Вот нашел два паспорта этих случайные. Всем привет.